здравствуйте. Обращаемся ко всем тем, кто нас видит и слышит сейчас. Обращаемся с пожеланием хорошего весеннего настроения. И, конечно же, обращаем внимание на то, что именно для этого, для поднятия нашего и без того, надеюсь, молодежного, веселого, весеннего настроения, для поднятия на еще более серьезные горизонты. Итак, дорогие друзья, рады приветствовать вас на очередном этапе студенческой лиги КВН Крыма. Сезон студенческой лиги стартовал с игры на кубок ректора Крымского инженерно-педагогического университета. Ну а сегодня очередь принимать КВНщиков Крыма, Таврической академии. Самое время сказать под ваши бурные аплодисменты. Мы начинаем КВН! Итак, дорогие друзья, очередной этап студенческой лиги КВН Крыма сегодня в Таврической академии. И сегодня по инициативе отдела культурно-воспитательной работы Таврической академии проводится кубок, собственно. Друзья, обладателя этой красоты мы узнаем совсем скоро. Самое время представить вашему вниманию ваших кумиров, надеюсь, дорогие друзья, и, конечно же, претендентов на звание обладателя Кубка Таврической академии 2016 года. Дорогие друзья, приветствуйте наши команды. Дебютанты сезона игр студенческой лиги КВН. Команда КВН Южный округ, философский факультет. Философский факультет Таврической академии. Команда КВН Южный округ. Дорогие друзья, команда КВН «Папа хотел мальчика» – Крымский инженерно-педагогический университет. Очаровательная женская команда КВН, неоднократные участники игр студенческой лиги. Приветствуйте команда КВН «Трио» – Медицинская академия КФУ. Команда КВН «Трио» – перед вами победители Кубка ректора Крымского федерального университета и Кубка ректора КФУ. Прямо сейчас приветствуйте команду КВН Ким Кардашьян, Крымский инженерно-педагогический университет. В данном составе команда дебютирует в играх студенческой лиги КВН, но в составах других команд эти ребята уже успели достаточно поиграть. Приветствуйте команда КВН Гутентаг, Таврический колледж Крымского федерального университета. Дорогие друзья, я думаю, что надо бы добавить еще больше аплодисментов, ведь команда КВН «Гутентаг» не просто команда КВН, а победители летнего фестиваля «Экстрим Крым» 2015 года. Приветствуйте бронзовый призер чемпионата региональной крымской лиги КВН прошлого сезона, команда КВН «Уж замуж не втерпешь». Факультет славянской филологии и журналистики Таврической академии. И, друзья, надо так сказать, на данном этапе хедлайнеры сегодняшнего кубка — команда КВН «Сборная Республики Крым по КВН», город Симферополь. Команда создана на базе двух в прошлом заслуженных КВН коллективов Крыма, команды КВН «Люди ТЭКИПУ» и сборной ТНУ. А также, друзья, участники Сочинского фестиваля команды КВН «Кивин 2016» перед вами. Итак, ваши бурные всеобщие аплодисменты претендентам на кубок Таврической академии КВН. Как принято представлять судейскую коллегию, речь пойдет о еще одной команде, команде единомышленников и команде наших экспертов. Как вы, дорогие друзья, думаю, обратили внимание, сегодня, вот что называется, за зеленым сукном будет вершиться КВНовское правосудие, если хотите. Итак, дорогие друзья, приветствуйте нашу судейскую коллегию. Финалист Центральной первой украинской лиги КВН, неоднократный финалист чемпионата Крыма по КВН Максим Шелков. Yeah.
Крыма по КВН в составе команды КВН «Хорошие парни» Александр Бабазов. Когда-то, давным-давно, дорогие друзья, в конце 90-х и в начале 2000-х участник и первый «Золотой голос» команды КВН Симферопольского госуниверситета, а затем команды КВН Таврического национального университета, а ныне кандидат культурологии, дорогие друзья, заслуженный артист Республики Крым Андрей Синичкин. С особенным удовольствием хочу представить вашему вниманию также представителя нашей судейской коллегии. Если я не ошибаюсь, а я не должен ошибаться, то с 1996 года бессменный руководитель и режиссер нескольких составов команд КВН Симферопольского госуниверситета, Таврического национального университета и команды КВН отдел культуры. Наш дорогой, любимый начальник отдела культурно-воспитательной работы Таврической академии, заслуженный работник культуры Республики Крым Григорий Ферми. И, конечно же, с не меньшим удовольствием представляю вашему вниманию участника 4 сезонов высшей лиги Международного союза КВН в городе Москва, главный редактор Крымской лиги КВН Дмитрий Прохоров. Команды представлены, уважаемые члены жюри. Также осталось пожелать командам, конечно же, мы это обязательно сделаем все вместе. Но в преддверии Дня работника культуры хочется также пожелать, пусть сегодняшнее состязание будет культурным, честным и веселым. Ну и, конечно же, как уже принято говорить у нас в КВН, ни пуха, ни пера, все тут! Итак, дорогие друзья, адреналин, надо полагать, зашкаливает, но есть еще буквально несколько секунд у команды, которая первая выйдет на эту сцену уже непосредственно в рамках нашего юмористического весеннего состязания. Студенческая лига КВН является учебной и подготовительной лигой для команд, желающих принимать участие в играх региональной Крымской лиги Международного союза команд КВН. Друзья, я думаю, если вы являетесь поклонником нашей игры, вы, конечно же, знаете, что юбилейный год для всего Международного союза КВН, а КВН в этом году 55 лет, Крымская лига отмечает свой собственный юбилей, ей исполняется ровно 20 лет. И на этом сценарии не указано, потому что должны звучать по умолчанию бурные аплодисменты. Передаем горячий привет нашим друзьям. Конечно же, Крымской лиги КВН и всем, друзья, благодаря всем тем людям, благодаря которым у всех у нас замечательное настроение. Итак, в несколько этапов пройдет игра, и прямо сейчас мы стартуем с визитных карточек, друзья. Кроме визиток, команды также сыграют биатлон, но всему свое время. А прямо сейчас время начинать. И Кубок Таврической академии откроет команда КВН. Guten Tag, Таврический колледж КФУ. Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья! Дело в том, что мы чуть не опоздали на выступление. А все потому, что мы помогали нашим родителям стоять в очереди в МРЭО. И когда подошла наша, произошла вот такая вот ситуация. И Грэн-3. Грэн-0-3. И на наш логичный вопрос, успеем ли мы до 5, мы получили вот такой вот ответ. Ха!
Но, к счастью, мы заняли очередь 2 недели назад, поэтому сейчас мы здесь. Команда говорит вот так, давайте чуть быстрее! Крымский мафиози. Амир, я заготовил тебя в асфальт. Ура! В Крыму будет асфальт! Урок для военной подготовки для юношей в церковной школе. Ну, во-первых, не убей. Ну, в принципе, все. Урок окончен. Охранника ночного клуба бросила девушка. Молодой человек, что вы делаете? Ты пахнешь, как моя девушка. Ну я ел шаурму. Королевскую. А сейчас в моду возвращаются российские студенческие отряды. В детстве я месил бетон, вот оно. В детстве я месил бетон, а сейчас я в МСО. Все равно мешу бетон, просто нравится мне он. Я скажите, вы адекватные вообще, а? Я просто попросил положить кирпич. Положи кирпич сюда. А теперь и вот сюда. Ну-ка сбегай за пивком. Как люблю я РСО. Представьте, первая девушка, которая подарила действительно нужный подарок на день рождения парня. Так, давай начнем сначала. Это... Компьютерный процессор Intel Core i7. Ага. И что мне с этим делать? Ах, точно, еще штормопаста. Ну я тогда пойду, да? Куда? Ну, видимо, подарок тебе на день рождения менять. Ну а все мы знаем, что в Гарри Поттере был кубок огня, который выбирает участников соревнований. Представьте, если бы 2 года назад такой же кубок был при распределении высших учебных заведений. Таврическая академия! Yes. Не боязничайте! Медакадемия! Типу! Кто подкинул? Не, ну у нас-то подкинули, ну мы как бы в ответ. Ассаляму алейкум, я из Типу, по-братски кальян мой отдайте! Сегодня это кубок! А некоторые актеры начинали не сразу с кино. Ну, давайте следующий. О, вот он. Ну давай. Слушайте, товарищи без вкуса. Мне осталось... Одна забыла. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что вокалник я и скандалист. Ну, Сергей, но вы же помните, да, почему мы вас уволили? Потому что мы бригада. Ну и в конце. Как сказал Виктор Губерман, если хотите скрыть правду, скажите ее в шутку. Команда КВН будет так. Вы запомнили, о чем мы шутили. Спасибо! Итак, дорогие друзья, все только начинается. Двигаемся далее. Игра сегодня, как уже мы отмечали, состоит из двух конкурсов.
конкурсов, традиционного для КВН конкурса «Визитная карточка» и конкурса, основанного исключительно на литературном жанре «Триатлон». Мы продолжаем, друзья, сегодня мы решили условно и практически разделить наши команды на две группы. Первая группа составляет 4 команды, далее мы с вами сыграем триатлон, и далее уже на самой финальной стадии вернемся к визиткам. Самое время представить еще одних претендентов на сегодня, собственно, на кубок и название победителей. Встречайте, дорогие друзья, философский факультет Таврической академии, команда КВН. А вот Ваня. А вот Денис. Товарищи. Я тебя попросил, пожалуйста. Все мы любим показать себя с лучшей стороны перед девушками, но не у всех это получается. Да ты понимаешь, что я самый крутой парень на районе. А теперь представьте, парень тебе вернулся, ему тут же несказанно повезло. Вот это повезло, вот это счастье привалило, вот так повезло, сейчас повезло, вот это сегодня будет, а ну его найти, о, балдос! Попытки студентов пронести шпаргалки на экзамен становятся все более изощренными. Так, стойте, что это такое? Чтобы я больше этого не видел. Подождите-ка. Да что вы себе позволяете? И вы туда же. Да сколько можно это терпеть? Ну, я не знаю, вы еще в шапку запихнули, да? Любое общежитие 2 сентября. Окей, Google, где находится ближайшее... Я с тобой после вчерашнего больше не разговариваю. Я смотрю, ножка тоже хорошо прошла, да? Поговорим, устрой регулятор! Медицинским образованием пришел на разборку. Так, ты иди сюда! У тебя температура? А закончить хотелось бы словами нашего участкового. Выступление у вас, конечно, хорошее, но пройти со мной вам все равно придется. С вами была команда «Южный округ». Итак, друзья, как мы уже отмечали, в этом году Крымская лига КВН отмечает свой собственный юбилей и исполняется ровно 20 лет. Юбилейный сезон стартует 11 апреля, поэтому для команд, желающих принять в нем участие, сегодня, что называется, самое ответственное время, и необходимо продемонстрировать все, на что способны, и даже, возможно, больше.
Также отдельно хотелось бы озвучить главный приз для команды победителя сегодняшней игры, дорогие друзья. Это немаловажно. Это оплата членского взноса за участие в игре, в первой игре открытия юбилейного сезона Крымской лиги клуба веселых и находчивых. Поэтому призовой фонд мотивирующий, зрители готовы, следующая команда, надеюсь, также. Дорогие друзья, команда КВН «Папа хотел мальчика» Кибо. Здравствуйте, с вами команда «Папа хотел мальчик». На самом деле мы этот номер подготовили давно. Но так как мы девушки-славянки и учимся в Кибо, наши парни не разрешали показывать нам некоторые номера. Но так как мы сейчас находимся в КФУ, и их здесь нет, да, то мы с удовольствием вам покажем все наши номера, да, девочки? Да. Поехали! Юля, это уже слишком. Ну что, девочки, начинали? Начинали! Поехали! Представьте, дочь вернулась поздно с вечеринки. Ты где всю ночь шлялась? Скажи мне, пожалуйста. Ты вообще смотрела на часы? 3 часа ночи! Пришла пьяная еще и с кем-то! Ты вообще о матери подумала? Да, конечно, подумала. Дядь, Петь, заходи. Мама, ты тебе спать. По реакции на лайки девушки делятся на 2 типа. Первый тип. Так, стоп. Ты что, оплайкнул? Я не поняла, ты еще все записи пролайкал. Ты меня не лайкаешь, ее лайкаешь. Все, мы расстаемся. Второй тип. Так, ты что, и Аву лайкнул? Да кого мы обманываем? Девушки не делятся на 2 типа. А теперь представьте, девушка, которая не умеет формулировать свои мысли. Так, Настя, я вообще-то должна объявлять. Я всегда мечтала объявить номер. Это, девочки, это самое, короче, блин. А где вот эта, которая... Ну это самое, ну вот это коротко, которое... Юля, иди отсюда! Ну ладно. Объявляй! Представьте, собрание анонимных анонимов. Итак, здравствуйте, попрошу представиться. Меня зовут... Мне лет, и я... Браво! Здравствуйте, меня зовут... Мне 20 лет, и я... Браво! Здравствуйте, я Юлия, я зависима от Инстаграма, и я не фотографировала свои ноги уже 1.5 часа. Вы мне уже вот здесь вот сидите, зависимые от Инстаграма, этажом ниже. Уйдите отсюда, уйдите отсюда! Мало кто знает, что в советское время у нас тоже снимались эротические фильмы. Смотрим. Вы меня вчера публично оскорбили. Унизили. Оскорбила. Все, что вы говорили, была сплошная ложь. Нет, нет. Почему вы все время виляете? Я не виляю. Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Вы говорили, что я черствая. Ну, почему же вы мягкая? Вы говорили, что я бессердечная. Сердечная. Бесчеловечная. Человечная. Сухая. Мокрая. Спасибо.
Итак, дорогие друзья, мы с вами, двигаясь далее, уже, собственно, завершаем первый блок выступлений команд, выступлений визиток, и уже готовы увидеть еще одну команду претендента. Дорогие друзья, на этот раз Медицинская академия Крымского федерального университета, команда КВН «Трио». Встречайте! Привет, любители доширака и те, у кого уже язва. С вами единственные некрещенные работники Ашана. Дима, мне тут шепнули, что тебя сбил КамАЗ. Это правда? Да, ведь моего брата так зовут. Станислав КамАЗ. И как он тебя сбил? На АКе. А что такое АКа? Маленький автобус такой. Ренат, а почему все самое плохое происходит именно со мной? Ну я же тебе говорил, не кидайся камнями в тех цыган. КВН «Трио» из Медицинской академии, а не то, что эти два дебила. Так, все, выходите отсюда, мы будем показывать настоящий КВН. Дима, а ты тоже их видишь? Кого? Магазин «Все для мусульман». Поросенка подвезли. Сейчас выйдем. Фух, ну наконец-то они ушли. А теперь нормальный КВН от Медицинской академии. Представьте миниатюру. Бомж в собственной квартире. Это курс наркоконтроль. Полиция юмора. У нас тут ориентировочка на двух цыган. Так это же вы. Мы что, на этих лилипутов похожи? Каких еще лилипутов? О чем? Ну, маленьких таких, взрослых. Ладно, все. Вы арестованы. За что? Статья 228. Распространение и хранение несмешных шуток. Ты, наверное, не знаешь, что делать. Я не знаю, что делать. Ладно, давай взятку. Но у нас нет денег. Ты чё, пенсионер? Нет. А чё в 5 утра на троллейбусе катаешься? Так, все, с вами понятно. До свидания, мы уходим. Пока. Ну, наконец-то они ушли. Ренат, а почему ты до сих пор в фуражке? Дима, у меня для тебя плохие новости. Ты что, Первый канал? Нет, я федерал. Говорила мне мама, не шути с федералами. Так я... по поводу. А по какому? Помнишь ту цыганку? Патрину? Нет. Чирику? Нет. Гудия? Нет. Зиту? Нет. Дима, а откуда ты знаешь столько цыганских имен? Я домой мимо ЖД вокзала ходил. Ладно,
Что-то мы отошли от темы. Сейчас? Миниатюра. Представьте, два паспорту что-то не поделили. Ладно, Дима, пора заканчивать с этими миниатюрами. Ну и на этой мажорной ноте мы хотим напомнить вам, что одноразовый шприц можно использовать только один раз. С вами была команда Медицинской академии ТРИО. Не болейте. Итак, друзья, действительно всегда актуальное пожелание. С одной стороны, не болейте, будьте здоровы, с другой стороны, обязательно болейте в плане поддерживайте команды. Друзья, мы к визиткам еще обязательно вернемся. Ну а сейчас настало время поприветствовать снова абсолютно все команды без исключения на сцене для того, чтобы мы с вами уже перешли к следующему конкурсу, который называется «Триатлон». Итак, прошу команды на сцену, ваши аплодисменты. Дорогие друзья, итак, команды в рамках данного конкурса будут читать текстовые шутки на выбывание. Оставшиеся, собственно, две команды сыграют между собой конкурс «Разминку» с членами жюри. Итак, друзья, на данном этапе перед вами 7 команд претендентов на Кубок Таврической Академии по КВН. Каждая команда говорит по 2 шутки в рамках первого круга. Далее поживем, увидим. Это решат наши судьи и мы с вами, зрители и поклонники. Итак, дорогие друзья, триатлон. И мы готовы начинать, дорогие друзья. В рамках этого первого круга мы разыграем 0,4 балла. То есть команда, которая покинет этот конкурс после первого круга, получит свой актив всего лишь 0,4 балла. С одной стороны всего лишь, с другой стороны ого-го. Итак, друзья, команды на исходной, начинаем триатлон. Поехали, прошу вас. Папа хотел мальчикам. Обиднее всего, когда в автобусе вместо груди трясутся щеки. Говорят, не повезет, если баба с бородой пройдет. Уж замуж не терпешь. Приехав домой после полугодовой вахты, лесник Анатолий по привычке назвал жену «мой дикий кабанчик». В очень бедной семье вечером собираются смотреть «Окно». Команда КВН «Трио». Мальчик, который много курил, плевком убивает лошадь. Рыба, которая заплывает в Крым с Украины, скачет по волнам с криками «Кто не скачет, той карась». Сборная Республики Крым. Работница рентген-кабинета с каждым селфи все лысела и лысела. Петя взорвал петарду в руках и в прямом смысле попал пальцем в небо. Гутен так. У певицы елки во время концерта нашли шишки. Студентка Саша поняла, что плохо готовит, когда в общаге воровали еду у всех, кроме нее. Команда Ким Кардашьян. Посмотри
мне в шоу «Мастер Шеф Дети» моя самооценка утонула в соусе бешамель. Хоп, хей, ла-ла-лей, были брови, нет бровей. Хоп, хей, ла-ла-лей, нарисуем маркером. Команда говорит нужный опыт. Местные власти посчитали, что дешевле будет построить сгоревший на другом конце города автовокзал, чем жечь бензин пожарной машины туда и обратно. Ничто так не концентрирует, как вошедшие в автобус цыгане. Итак, первый круг триатлона посади. А что скажут наши уважаемые судьи? Впрочем, у нашей судейской коллеги есть право, друзья, предложить штрафной круг. Одну секундочку, будьте добры, передайте микрофон жюри. Мы сегодня решили дать команде, двум командам еще один шанс. Все проходят во второй круг, а штрафной круг для команды «Уж-замерз не втерпеж» и команды КВН «Южный округ». Итак, пожалуйста, по одной шутке, да, по одной. Бомж с высокой самооценкой зовет себя кочевником. Благодаря Т-9 Артем узнал, что после 10 часов вечера Аня хочет вовсе не спать. Нас, на этом этапе нас покидает команда «Уж замуж не втерпёшь». Итак, команда «Уж замуж не втерпёшь» получает 0,4 балла, 4 десятых балла. Продолжаем. Следующий круг – триатлон. Пожалуйста. Девушка, которая боялась прыгать с парашютом, прыгнула без него. Студенты КИПУ на паре по физре, пробегая мимо радиорынка, успевают продать айфон. Команда «Трио». Когда Лего купили Лего, он собрал свое имя. Если бы Золушка была из Крыма, то для разделения риса и гречки ей пришлось бы провести референдум. Сборная Республики Крым. Профессиональный массажист, делая массаж спины 80-летней бабушки, случайно слепил замок. На летнюю тематику. Летом люди с плоской попой, слетев с банана, могут сделать еще 3-4 скачка по воде. В цыганской версии Феррари на одну лошадиную силу меньше. Бабушка кормит неродных внуков мивиной. Галя хотела удивить мужа стриптизом, но сломала швабру и ногу. На фантазию. Когда не берегут себя и своих близких, в мире плачет один Малахов. Южный округ. Лена была настолько страшная, что ее чуть не сожгли на масленице. Сессия, как истинно русский человек, не сдается. Ну что же, что скажете? Здесь не будет шатных кругов, мы прощаемся с командой «Гутен так». С 0,6. Итак, 0,5 балла от команды КВН «Гутен так». Спасибо огромное. И далее следующий круг. Пожалуйста. Старый город, район чудес.
Пришел с айфоном, вышел без. Марина так увлеклась выщипыванием бровей, что теперь она подкрашивает еще и голову. Команда Трио. Мало кто знает, но фото с пачек сигарет – это снимки из Инстаграма Кадырова. Во время поста животные такие немного расслабляются. Сборная Республики Крым. В детстве в мороз Николай Валуев лизнул качельки и принес их домой. На свадьбе жених понял, что выкуп придется платить солидный, когда получил в коробке палец невесты. Ким Кардашьян. Мальчик Коля никогда никому не давал свой мяч, а вот соседской собаке с радостью отдал. Очень наивный мужчина даже не удивился, когда сын ему принес рисунок семьи. Аист, мама и папа с рогами. Южный округ. Из сводки новостей. В Московском колледже терпимости и толерантности произошла поножовщина. Победитель школьной олимпиады по философии ответил на простой вопрос пацанов: «Ты кто по жизни?» Очень убедительно. Снова минутка жюри. Порой не просто принимаются подобные решения. Итак, мы возвращаемся, право предложить командам штрафной круг. На этот раз папа хотел мальчика, Южный округ и Ким Кардашьян. По одной шутке. Пожалуйста. Девушка, не знавшая, как намекнуть парню про измену, подарила ему свитер с оленями. Помощника Рамзана Кадырова, который не донес ему немножко нужных бумаг, немножко не дожил. Человек, написавший дипломную работу за один день, был удостоен первым принимать присягу. Итак, на этом этапе 0,6 балла. К сожалению, нас покидает команда «Папа хотел мальчика». «Папа хотел мальчика». Команда «Папа хотел мальчика» 0,6 балла. И далее. Команда КВН «Трио». Продавщица взрослых игрушек до сих пор спит с медвежонком, однако уже не в обнимку. Мальчик, у которого плохое зрение, слабо видит свои перспективы. Сборная Республики Крым. Профессиональный шаурмист, собирая ребенка в школу, нет-нет, да и капнет майонеза в рюкзачок. Проститутка Анжела благодарит бабушек у подъезда за рекламу. Поздно поняла, что в речку она угодила не мяч, а свою молодость. Мы не знали друг друга до этого лета, и не знали еще бы, но срок в феврале. На пленарном заседании Госсовета Крыма, который прошел под лозунгом «Крыму светлое будущее», отключили свет. В рядах нашей армии множество людей – это отчисленные студенты. Ведь только у нас человеку, который не смог защитить диплом, доверили защищать Родину.
все меньше и меньше времени остается, друзья, до того момента, когда мы услышим вердикт судей. Действительно, как мы уже говорили, порой такие решения принимаются непросто, и не хотелось бы, чтобы такие решения принимались поспешно. Ведь сегодня у нас жюри, друзья, абсолютно уважаемые эксперты юмора. Прошу. К сожалению, нас на этом этапе покидает команда «Южный округ». Но, тем не менее, ваши аплодисменты команды КВН и «Южный округ». И, друзья, напоминаю, что еще один круг выстрелов, друзья, нас ожидает. И далее уже переходим к вопросам от жюри. Пожалуйста. Команда КВН «Трио». Очень хитрый сантехник крутил трубы не только на работе. Когда тебя уволили, алкоголизм перестает быть хобби. Сборная Республики Крым. Замечено, у людей, которые часто делают селфи, одна рука чуть-чуть длиннее. В Джанкойской школе ученик Петя перебил физрука, и теперь Петя физрук. Плохой повар горел в адовом котле, приправленный столовой ложкой соли, перца и щепоткой кориандра. Так надо, простите. Выручаем как можем. Рациональное решение. В Симферополе специально для голубей были построены биопамятники. Прости. Дал проверить шутку, да, называется? Ну что скажете, уважаемые судьи? В 16-й раз, я говорю, очень непросто принимаются порой подобные решения, друзья. Итак, 0,8 балла или... Команда Ким Кардашьян получает 0,8. Ким Кардашьян, 0,8. Спасибо огромное, друзья. И далее снова, теперь уже, да, что называется, диалог. У нас остаются две команды. Вот такое очное противостояние уже в стиле разминки КВНовской. Мы получаем вопросы, вернее, команда получает вопросы от членов жюри. Всего мы услышим три вопроса, если не ошибаюсь, хотя все может быть. Итак, уважаемые судьи, прошу ваши вопросы. Итак, первый вопрос мне предоставили сказать. Очень такой интересный. Хотя, может быть, и не очень. Мы посмотрим на реакцию команд и зала. Представьте ситуацию. Англичанин, француз и вы попали на необитаемый остров. Закончите смешно этот бородатый анекдот. Так, есть время. Александр Папазов задает вопрос. Интересно, чтобы мы отвечали, да? Не говорите. Лет 10-12 назад. Не вспоминайте, 17 лет. Я только что вспомнил. 17? Когда мы впервые увиделись в Украинском театре. Кто бы мог подумать, друзья, как много с тех пор прошло, но очень и очень правильно, очень радостно, что мы все-таки встретились. Да, чтобы молодо выглядели, да? Да. Итак, есть первый ответ. Команда «Трио». Итак, представьте, англичанин, француз и бразилец попали на необитаемый остров. Ну, мы бы отделили этот остров. И следующий вариант. Англичанин, француз и вы, русский, попали на необитаемый остров. Если попаду я, то англичанин, француз конкретно попаду. Спасибо большое, команда. Спасибо, спасибо и Александру. И далее следующий вопрос от жюри. Дмитрий Прохоров, прошу. У меня такой вопрос. Представьте ситуацию. Вы и ректор Крымского федерального университета попали на необитаемый остров. Заканчивать смешно не надо, просто скажите, что делать. Команда «Трио».
Представьте ситуацию. Вы и ректор Крымского федерального университета попали на необитаемый остров. Заканчивать смешно не надо, просто скажите, что делать. Забирать медицинские. Сборная Республики Крым. Представьте ситуацию. Вы и ректор Крымского федерального университета попали на необитаемый остров. Заканчивать смешно не надо, просто скажите, что делать. Ситуация аналогичная. И еще один вопрос мы услышим. Внимание команды, прошу, Максим. Некоторые бабушки, сидящие на скамейках у подъезда, думают, что они телевизионные комментаторы. А что вы собираетесь делать, когда станете пенсионером? Команда коллектива. Некоторые бабушки, сидящие у подъезда, считают себя телевизионными комментаторами. А что вы собираетесь делать, когда станете пенсионером? Ну, рано утром на троллейбусе кататься. И следующая остановка — сборная Республики Крым. Хорошо. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Некоторые бабушки, сидящие на скамейках у подъезда, считают себя телевизионными комментаторами. А что вы собираетесь делать, когда станете пенсионером? Ну вот с такими медиками я до пенсии не доживу. На этой оптимистичной ноте, дорогие друзья, мы завершаем конкурс «Триатлон», хотя все может быть. Скажите, пожалуйста, готовы ли судьи озвучить во всеуслышание результаты нашего конкурса? Мы разыгрываем на данном этапе 0,9 и 1 балл соответственно. Прошу вас. Ну, по совокупности биатлона и разминки мы решили коллегиально отдать победе команде КВН «Трио». Итак, команда КВН «Трио». 1 балл ровно и победа в триатлоне. Команда сборная Республики Крым по КВН, соответственно, 0,9. Продолжаем далее, друзья. Я думаю, что вы следили, собственно, какая из команд на каком этапе выбывала. И, как и обещали, возвращаемся на этом этапе к визиткам. Еще 3 команды, еще 3 объединения претендентов на звание победителей Кубка Таврической Академии. Вот этот кубок красавец сейчас буквально в нескольких сантиметров от вашего покорного слуги и практически уже в руках у кого-то из ребят. Ну а прямо сейчас девушки-красавицы, уже успешно себя зарекомендовавшие в играх нескольких лиг КВН, и прямо сейчас штурмуют еще одни рубежи. На этот раз рубежи Кубка Таврической Академии. Факультет славянской филологии и журналистики Таврической Академии, команда КВН «Уж замуж не втерпешь». Встречайте! Всем привет! С вами женская команда КВН «Уж замуж не втерпешь». Так, девочки, сегодня Кубок Таврической Академии. Много женских команд, но есть один прием, который не использовала еще ни одна команда. Какой? Ну, что мы обычно делаем, когда не хотим платить в кафе и рядом армяне? А, я поняла! Ой, можно я опять сделаю? Максим, рядом с вами так жарко. Можно я попью водички? Ой, облилась. Я такая неряха, а вы не облились. Вы такая ряха. Настя, ты там ряхнулась совсем, да? Ты себя сейчас так ведешь, как будто ты не поступила в Таврическую Академию. Чего сказала?
а сейчас так, как будто даже школу не заканчивала. Девочки, хватит ссориться. Давайте проведем кастинг и выберем себе мужчину в команду. О, вы любите кастинги? Пойдемте с нами. Да. Итак, начнем наш кастинг. Первый вопрос. Какую сумку брать с собой в клуб? Маленькую или большую? Маленькую? Нет. Большую? Нет. Какую? Я передумала! Кто первый пойдет со мной на свидание? Девушки, а если в КВН попадают через постель, то один вопрос, как вы сюда попали? Мы вам перезвоним. Спасибо. Девочки, как-то не складываются у нас с мужчинами. Так что давайте по старинке лучше. А? Да-да! Я про миниатюры имела в виду. Ну что, мы начинаем? Итак, миниатюра. Женский хор обиделся. Ой, все! А мы, как девушки, точно знаем, что слабым местом у Ахиллеса была не только пятка. Ну не расстраивайся! Ну зато ты воин! Да, я воин! А на девичнике в стиле пижам на вечеринке что-то пошло не так. Так это что получается? Это я ее? Нет, блин, текила. Точно, текила! А теперь давайте представим, как изменилась жизнь Марии Шараповой после ее ухода из большого спорта. Что может быть интереснее, чем личная жизнь лучшей подруги? Итак, в кинотеатре. После расставания кажется, что жизнь кончена. Смотри, смотри, сидят голубки. Вот никогда мне этот Артём не нравился. Вот сейчас свет выключат, будет он за грудь щупать. Я тебя умоляю, она ее за 20 лет не нашла, он прям раз и нащупал, да? Смотри, приколюха, смотри, смотри. Ой, водичка упала. Марина! Настя! Я тебе говорила, они на панду пошли. Дэдпул, Дэдпул. После казни Жанны д'Арк началась столетняя война. Роза Люксембург и Клара Цеткин основали 8 марта, а Мария Кюри просто открыла радиацию. Как вы понимаете, ничего хорошего от нас ждать не стоит. С вами была женская команда КВН и замужних любовь. Пропускайте девушек вперед. И буквально через несколько мгновений, друзья, с огромным удовольствием также поприветствуем претендентов на Кубок Таврической Академии, который проводится совместно с Крымской Лигой КВН. И вашему вниманию на этой сцене команда КВН Ким Кардашьян. Кипу! Супер!
мешали. Здравствуйте, перед вами команда Ким Кардашьян. Вы спросите, почему Кардашьян? Мы не знаем. Вы спросите, почему Ким? Потому что в честь правителя КНДР. Ну что ж. Так, представьте, дом крестной матери умирает Донна Юмора. Дочери мои, а где дочери мои? Коко и Шанель, они на полке. Дочь моя, а где брат твой, сын мой? Мальчик Пиджо. Но ты не рожала сына. А, показалось. Дочь моя, я завещаю тебе... Я завещаю тебе свое чувство юмора. И самую дорогую в мире шутку. Ну ладно, хоть команде какой-то продам. Слушай. А из-за таких вот приколистов работницы паспортного стола становятся еще злее. А это ж вы в Зверополисе снимались, да? Блиц, блиц, скорость без границ. Смешно. А хотите загадку? У какого верблюда три горба? Да, да. Нет. Документ. Так, а что это вы тут пишете? В регистрации отказано. Да почему? У меня обед. Но ведь сейчас 7 утра. Я не знаю, мы всегда так делаем. В детской колонии. Лен, скажи, что нас с утра не было. И смешно. Итак, представьте фиксики под капотом Лады Калины. Ты пахнешь как живой, ты сумасшествие с первого взгляда, ты пахнешь шоколадом, пахнешь как цветы. Блин, слишком ванильно, надо что-то брутальнее. Пахнешь как Косян, как кило, самый огородный сок. Команда КВН Ким Кардашьян. На завтра передавали тепло. В Армении. Прекрасное весеннее настроение. И, друзья, уже на стартовой, исходной команда, которая сегодня выступает, набрала хедлайнеров. Она завершает наше состязание. Команда на старте, ну а наш турнир уже практически на финише. Итак, ваши аплодисменты. Город Симферополь, сборная Республики Крым по КВН. КВН.
Край широких степей и горных вершин, это наша родина Крым. Здесь пейзаж морской, с чем не сравним, это наша родина Крым. Перед вами выступает сборная Республики Крым. Ребят, подождите! Сборная Республики Крым? Да. Блин, возьмите в команду, а? Не, прости, у нас состав уже укомплектован. Да. О, сборная Кипру, да, я же вас узнал, я вас сразу узнал. Люди Т, вы же четырехкратные чемпионы Крыма, да? Вы считали в финале эту сборную ТНУ, разве все вообще в пух и прах? Эй, это мы сборная ТНУ. Да, вот вас. Слушай. Возьмите команду, у меня номер есть прикольный такой. Сказали, что состав укомплектован. Подожди, подожди, парень хороший, давай дадим шанс. Что у тебя показывает? Итак, представьте гей-клуб, крымский татарин в гей-клубе. Эй, тормози, что, гонишь что ли такие номера? Случайно. Не-не-не, давай посмотрим, интересный номер. У нас состав укомплектован. Давай дадим парню шанс. Сборная ТНУ! Да? Я же вас сразу узнал, он номер. Ладно, только без таких номеров, понял? Сборная Республики Крым, поехали! Край широких степей и гор... А, пели, да, уже песню? Дорогие друзья, ну а прямо сейчас давайте перенесемся на боксерский поединок. Good night, ladies and gentlemen, and in the right corner, the champion of United in America, John Smith! And in the left corner, the champions of WBC, WBO, ABC, 1, 2, 3, Angry Birds. The champions of Arabia, Abdul Malik Ibn Al-Shahrazad Al-Muslimin Ibn Abdul Ибн Фахрух Аль-Джазир! And the champions! Ну, тот, короче! Дорогие друзья, в КВН очень часто шутят про врачей, политиков. Ну, а мы прямо сейчас хотим пошутить про ту профессию, о которой практически ничего не известно. Итак, смотрите «Маяка». Но прямо сейчас давайте представим, что было бы, если бы в школе уважали бальников. Ну, матёшь была вообще не просто. Как ты это делаешь? Дорогие друзья, ну а как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Итак, где-то в старом городе. О, аккуратней ходи, слышишь? О, аккуратней стой, понял? Ходи. Ты кому там показываешь ответ? Дорогие друзья, ну и как известно, в Крыму уже вовсю изучают географию России, но, к сожалению, пока еще не успели завести карты. Ну что ж, киргизки, покажите мне, пожалуйста, Сыктывкар. Так, Сыктывкар, да. Сыктывкар. Отлично. Ну, теперь покажите мне Сызрань. Сызрань, это там, как Сыктывкар. Вы что, смеетесь? Кто так Сызрань показывает? Вот она. Дорогие друзья, прямо сейчас представьте, что было бы, если бы Хайдарму запретили танцевать до 18 лет. Пап, я дома. Так, углом я не понял. Ты что там ходишь на улице? Хайдарму танцуй, что ли, а? Да нет, чего ты взял? Я же видел, вы с пацанами там за гаражи заходили, танцевали. Да это пацаны танцевали, я рядом стоял, хлопал. В
Послушай меня, да? Чем где-то там за гаражами ходить танцевать, ты лучше домой приди, дома с родителями по чуть-чуть можно. Ну мне стыдно перед вами. Ладно, большой уже мальчик, давай, с отцом немножко. Что делать? Чего еще нельзя с этой танцевать? Ладно, со мной немножко можно. Я твои немножко знаю. Тебе тоже хватит, давай завтра за руль. Поехали. Дорогие друзья, и в конце. Команда ГВН Ким Кардашьян нам шутку вернула. Открытие ЖД вокзала в Крыму студенты железнодорожного техникума вообще потеряли смысл жизни. Отомстили. Спасибо. Сборная Республики Крым. Спасибо. Дорогие друзья, не так. Все конкурсы, собственно, сыграны. И, конечно же, ждем с нетерпением и оценки уважаемого жюри, и их комментарии. И ждем с нетерпением команды на этой сцене. Все команды, принимавшие участие в сегодняшнем турнире, под ваши аплодисменты на сцену! Я же воздержусь от комментариев. Вне всякого сомнения, членам нашего уважаемого жюри есть что сказать, и у вас есть такая возможность прямо сейчас, прежде чем мы увидим заработанные ребятами оценки. Прошу ваши комментарии относительно сегодняшней игры. Максим Шелко. Прошу, Максим. Добрый вечер всем. Ребята, честно говоря, очень рад вернуться, можно сказать, в родной зал ТНО. Это, наверное, первый зал, в котором мы выступали, мне так кажется. Спасибо болельщикам. Очень молодцы, все классные. Вы поддержите свою команду, пожалуйста. И могу сказать, что уровень очень достойный. Многие команды, да, насколько я понял, выступают впервые. И спасибо всем. Отличная игра. Работайте дальше. Всем удачи. Спасибо огромное. Александр Папазов. Александр, Саша, прошу. Да, вот сейчас вот тоже сидел, выставлялся в листике баллы. На самом деле я очень под душу рассмеялся. Такой приятный вечер четверга. Спасибо вам большое, ребята, прекрасные девушки. Вы сегодня были все великолепные. Где-то была немножко, чуть не дотянули, но ничего страшного, все впереди. Спасибо вам большое, ребята, вы настоящие молодец. Ну, сборная, конечно же, особенно респект вашу группу. Спасибо. Спасибо огромное. Андрей Синичкин, прошу. Ну что ж, приятно увидеть на сцене сразу три женских команды. Такого не было никогда. Спасибо большое всем ребятам, которые придумали эти шутки и сделали этот великолепный праздник. Болельщикам отдельное спасибо. Все было хорошо. Ура. Благодарю. Григорий Григорьевич. Добрый вечер, уважаемые зрители, команды. Очень приятно присутствовать в этом зале. Честно говоря, не ожидал, что сегодня так будет весело. Спасибо большое. Много говорить не буду, потому что Дима уже просто вырывает микрофон из рук. Я так думаю, что сегодня КВН удался, проходил под флагами сборной команды трио или четверо, я уже не знаю, как это сказать. Карусель большой. Спасибо, Дмитрий Прохоров. Давайте вместе поаплодируем друг другу. Как самое важное, я считаю, провели этот вечер. Кроме того, стоящим на сцене, я бы хотел сказать, чтобы вот этот момент, вот эти вот моменты вы запоминали, потому что именно с этих моментов начинается карьера любого КВНщика, потому что я сам выходил на эту сцену много лет назад, сам начинал играть в КВН именно с залом. Тогда еще Симферопольского государственного университета. Потом работал редактором в разных лигах, и в том числе в Крымской лиге. И люди, сидящие сегодня за этим столом, я уже второй раз эту мысль ловлю себя на этой мысли.
Я не редактировал туда Григория Григорьевича Ферберия. Остальные все были в командах КВН, в разное время играли, в разное время становились чемпионами. Поэтому хочу пожелать вам запомнить этот вечер и дальше продолжать свое поступательное КВНовское движение вверх по лестнице, которая называется КВН. Спасибо. Ну а сейчас настало время увидеть оценки. Оценки за конкурс «Визитка». Итак, дорогие друзья, по тому порядку, по которому мы представляли команды, когда они впервые появлялись на сцене, уважаемые судьи. Надеюсь, вы готовы. Готовы увидеть оценки и мы. Команда КВН «Южный округ», философский факультет Таврической академии. 4-5, 4-4-4. Команда КВН «Папа хотел мальчика», Кипу. Все судьи 4 балла. Команда КВН «Трио», Медицинская академия КФУ. 5-4-5-4-5. Команда КВН «Ким Кардашьян», Крымский инженерно-педагогический университет. 5 баллов все судьи, высший результат. Команда КВН «Гутен Таг», Таврический колледж КФУ. 4-3-3-4-3. Команда КВН «Уж замуж не втерпешь», факультет славянской филологии и журналистики Таврической академии. 4-4-4-5-4. Команда КВН «Сборная Республики Крым по КВН». Там троечка чуть не прилетела. 5-5-5. Все судьи 5 баллов. Спасибо огромное. И передаю слово секретарю сегодняшнего состязания, очаровательной Наталье Прокопенко, для того, чтобы мы с вами, это будет буквально через несколько секунд, для того, чтобы мы озвучили общий итог игры, конечно же, результат по визитным карточкам. А для подведения итогов игры и награждения на сцену приглашается начальник отдела культурно-воспитательной работы Таврической академии Григорий Фербей. Прошу, дорогие друзья. Григорий Григорьевич, и мы с вами, собственно, прямо сейчас в компании команд будем узнавать результаты и, соответственно, определять призеров и, самое главное, победителя сегодняшнего турнира. Наталья, прошу вам слово. Итак, Южный округ. Мы начинаем так, извините. Guten Tag. Средний балл за визитную карточку 3,4. Общий балл 3,9. Шестое место. Ваши аплодисменты. Папа хотел мальчика. Средний балл за визитную карточку 4 балла, а общий балл 4,6. Пятое место. Южный округ. Средний балл за визитную карточку 4,2. Общий итог 4,9 балла, четвертое место. И одну секундочку, если я не ошибаюсь, обращаюсь сейчас к моим коллегам. У нас также подготовлены грамоты для участников и призеров турнира. Прошу вас также передайте и помогите провести процесс вручения. Мы не хотели бы, друзья, чтобы никто из наших команд, которые сегодня участвовали, никто из них не останется, что называется, с пустыми руками. Дипломы участников, дипломы призеров, третье, второе, первое место найдут своих обладателей в режиме реального времени. Итак, дорогие друзья, мы передаем команде КВН «Guten Tag» диплом за участие. Спасибо огромное. Дорогие друзья, команда КВН «Уж замуж не терпешь». Пятое место. И «Южный округ», да, я не ошибся, за пятое место. Спасибо вам огромное. Друзья, вот, спасибо, благодарю вас. Продолжаем далее. Нагрелся кубок, Григорий Григорьевич? Еще как. Прошу, Наталья, вам слово. Итак, мы остановились на четвертом месте. Да-да.
По баллам у нас Южный округ 4,2, средний балл за визитную карточку и итог 4,9 балла. Так что вы там перепутали, ребята. Это мы перепутали. Давайте, друзья, наверное, снова по порядку, да, чтобы уже не было никакой путаницы. Итак, онлайн, друзья, всякое бывает. Давайте еще раз. Да, прошу. Итак, Guten Tag, общий балл 3,9, шестое место. И наши аплодисменты, друзья. Папа хотел мальчика, и уж замуж не втерпешь, 4,6 балла, пятое место. Папа хотел мальчика и команда «Уж замуж не терпешь». Ребята, по-моему... Южный да? округ. Так? Южный округ. 4,9 балла. Четвертое место. Так, и прошу далее. Команда «Трио» получила средний балл за визитную карточку 4,6. Итог 5,6 балла, третье место. Команда КВН Трио. Ну что же, спасибо огромное. Благодарим за участие, все было здорово. И... Ким Кардашьян. Средний балл за визитную карточку 5 баллов ровно. Общий балл 5,8. Второе место. Достойное серебро. Спасибо огромное. Благодарим вас. Григорий Григорьевич, прошу вас в центр нашей сцены. И та-да-да-да-та-да-дам! Итак, сборная Крыма. Средний балл за визитную карточку 5 баллов ровно. Итог 5,9 баллов. Первое место. Дорогие друзья, сегодня победителем турнира, победителем Кубка Таврической Академии по КВН становится сборная Республики Крым. Мы поздравляем вас с этим прекрасным трофеем и желаем всего самого-самого наилучшего, друзья. Поздравляем вас с самой лучшей крымской весной, с самыми смешными командами и самыми благодарными зрителями. До новых встреч. Спасибо, друзья. Играйте в КВН. Пока!